состав хозяев поля вы видите на ваших экранах. Главный тренер Адриан Сосновский, в ланге Айбар Беков, играет по 12-м номерам Марат Хаев, капитан команды выступает 53 номером. И мы не последний раз встречались эти команды. Итак, делает передачу, не зам удар и мимо. Контролировал. Подача сейчас и на месте. Голкипер Атерау Андрей Пасич в текущем сезоне. Да, вот Денис Главина здесь подавал. Храмцов. Дачи, видимо, пытался найти Айбара Нурыбекова. Неудачно. А это момент для ЖТСУ. Удар низом. И три поражения. Эта команда 5 забита, 8 пропущено. Блин, конечно, ожидали больше вот от Тактубе. Вот хороший момент для Альмира Мухутина. Рауль Жалилов остановил мяч, делал передачу. Я имею в виду футбольного клуба. Далеко не такие, которые мы хотели бы видеть. Естественно, болельщики. Подача. Момент. Жалилова. А подавал Альмир Мухутинов. Да, все-таки небольшая скидочка от Олега Храмцова. Играет налево. Эсатов подает. Сергеенко. Пошел в обыгрыш. Передача! 1-0. Марат Хайрулин после шикарной передачи счет открывает. На 68-й минуте матча признается в любви своим фанатам. Дэвид Мавутор, но вот не смог это сделать. И, конечно, отметить действие еще раз Сергеенко стоит отметить особо, наверное. Один из красивейших голов, наверное, в седьмом туре. Ибраев пытался мяч отобрать у Сергеенко. Зряче пробил. Здесь передачу на Малакяна делает. Открывается Олег Храмцов. Удар полузащитника. Ибраев. Снова Ибраев. Получил передачу от Жалилова. Передача низом. Милан Боевич. Удар Милана на добивании. Футболист. Посмотрим с более удобной позиции. Удар Боевича. Успел среагировать. Пасиченко пытается убежать. Одиниджи. Передача на кого? И удар хороший. Он мог год назад перейти к Окштовски Укжитпес, по его признанию. Нехороший. А пробивал Ренат Джуматов. Я вам еще в начале нашей трансляции говорил.